Слушай, Нурлан, я вот о чем подумал. Все, кто работал с Розой Рымбаевой, так? Все стали звездами. Я так за тебя рад, ты двойной звездой будешь. Как это двойной? Ну, потому что ты с Розой Рымбаевой работаешь и со мной. А ты тогда тройной, да? Тройным бывает только одеколон, Нурике. На самом деле, друзья мои, для нас, конечно, большая честь вести этот концерт. Концерт певицы, которая уже в 20 лет гремела на весь Советский Союз. Взяла гран-при всесоюзного конкурса с песней по жизни. Одержала триумфальную победу на международных конкурсах «Золотой орфей» и «Сопот». Победила в музыкальных конкурсах на Кубе и в Турции. Қазіргі шырқалатын ән Розаға алтын орфейді алып берген ән. Әншінің бой тұмарына айналған ән. Қазақ қыздарының ерлігі мен өрлігін паш ететін ән. Музыкасының авторы Сейдолла Байтереков, сөзін жазған Бәкір Тәжібаев. Әлия, сахна төрінде Роза Рымбаева. Хобода нева суларам, сүйіп өскен, әсем гүлін құшаққа, жия өскен. Аққу құстың бейне бір, yeah.
конечно, поклон и благодарность моему первому композитору Сибиле Байтарекову и поэту Бакиру Тажибаеву. Поклон и благодарность моему мужу, учителю, дирижеру Тоскыну Окапову, который вывел меня на профессиональную сцену и сделал звездой.